Ну что, всем огромнейший-огромнейший привет, мои дорогие зрители. И да, сегодня у нас с вами мой первый заказ с сайта iHerb. Представляете, мой первый такой осмысленный, такой нужный для меня заказ. И давайте посмотрим, что из этого получилось. И знаете, когда я выкладывала сторис в Instagram, да, о том, что вот я сделала заказ, о том, что вот этот заказ ко мне пришел, девчонки мне начали писать. Ага, созрела, доросла. Нет, девчонки, не созрела, не доросла, просто приспичила. Реально тот момент, когда эта продукция мне оказалась нужной. Итак, что такое сайт iHerb? Да, давайте разберемся. Я знаю, потому что меня смотрят некоторые зрители, которые не знают, что такое вообще iHerb, и это нормально, это не постыдно, это не смешно. iHerb – это сайт, на котором в широком ассортименте представлена продукция, которая продается только в Америке. Ее в России купить нельзя. Ну, я не считаю там различных перекупов, каких-то дочерних фирм, дочерних организаций, да, которые вот скупают с iHerb и перепродают там подороже. Я не знаю всю вот эту вот структуру, да. Я не ручаюсь за качество товаров, которые вы приобретаете с этих дочерних компаний. Итак, что представлено на сайте iHerb? Там, помимо косметики, американской косметики и корейской косметики, да, по-моему, она тоже там представлена, которая уже всем надоела, да, вот эта косметика, там представлены широко продукты питания. Причем продукты питания очень интересные, очень такие пикантные, которые реально в России найти нельзя. Это чай, кофе, специи, какао, различные соусы, различные, такие, знаете, очень интересные продукты, различные соли, какие-то, ну, правильные сахара, там, ну, в том числе сахарозаменители, да, и весь сайт iHerb построен на принципе здорового образа жизни. То есть там продукция представлена с минимальным количеством химии, либо химии вообще нет. Потом там представлена в широком ассортименте продукция по уходу за детьми. Наверное, не так я выразилась, но вот уходовые средства, потом разные кремики, разные эмульсии для купания, потом присыпочки, потом бутылочки, потом что еще для детей, разные печенюшки для детей, для взрослых, первые прикормы, кашки, малашки там, и так далее и тому подобное. В общем, об ассортименте, который представлен на сайте iHerb, можно рассуждать просто бесконечно. И одно дело, когда вы слушаете, да, что там вообще представлено, что там можно купить от блогера, а другое дело, когда вы сами заходите на этот сайт и смотрите уже непосредственно. То есть все очень интересно, все очень полезно, и вот каждый продукт рассматриваешь с позиции такой, знаете, он мне нужен, и этот продукт мне нужен, и этот продукт мне нужен, и этот продукт интересен. Вот, и что касается еще этого сайта, давайте по порядку, да, сегодня ролик такой у меня будет сумбурный на самом деле, это первое постановочное видео, наверное, недель после трех такого моего YouTube голодания, так скажем, поэтому буду выговариваться и заново привыкать к камере. Хочу сказать, что я делала заказ мобильного приложения, я установила его себе на смартфон. И хочу сказать, что сайт работает, вот это мобильное приложение работает просто вот таким образом. Это встречается редко сейчас. То есть все четко, все вот по делу. То есть вводишь в поисковик, что тебе надо, и выбираешь, в общем-то, там доставка сразу выходит, вес вот этой вашей посылки и так далее и тому подобное. Пожалуйста, там переведи все это дело на русский язык, пожалуйста. И да, самую главную мысль я, конечно же, потеряла. Я давно смотрю на этот сайт, и я давно хочу сделать заказ, и понятно, что без косметики я могу как-то обойтись, перебиться, несмотря на то, что я бьюти-блогер, да. Понятно, что без вот этих продуктов питания
питание я тоже могу обойтись, но если вы за мной следите, то вы знаете, что эта зима для нашей семьи далась очень тяжело, очень. Особенно для наших детей, особенно для старшенького, который проходит сейчас сложный адаптационный период привыкания к садику, да, с августа месяца уже этот период длится, и я поняла, что все, баста. Пришло вот это время, пришла вот эта точка, когда я буду делать заказ с iHerb, потому что там в широком ассортименте представлены БАДы. А БАДы – это даже как-то тихо звучит. Дело в том, что можете с iHerb заказать как себе, так и своим детям, в том числе и грудничкам. Обратите внимание, различные биологически активные добавки. Почему БАДы? Потому что с сайта iHerb вы никогда не закажете себе антибиотики, это запрещено. Вы не закажете себе гормоны и своим детям. Хотя вот витамин D там можно заказать. Я не знаю, с чем это связано, но, допустим, женские половые гормоны вы себе там никогда для контрацепции не закажете. Это уж я так утрирую, да? И там в широком ассортименте представлены различные витамины для детей, для взрослых. Омега, вот эти насыщенные жирные кислоты, витамин D, потом эубиотики, пробиотики, средства какие-то растительные от кашля. И обратите внимание, что в Америке запрещены иммуномодуляторы и иммуностимуляторы вот этого вот химического генеза, и все БАДы американские идут на основе трав, на основе гомеопатических каких-то добавок. Ну, в общем, обо всем уже по порядку. Я тут уже и спешу, и не знаю куда. То в лес, то по дрова пошла. Итак, да, собственно говоря, я сделала заказ. Я не могу сказать, что я такой ярый поклонник обзоров заказов сайта iHerb, что я беру что-то под запись, когда смотрю блогеров. Нет. Я частенько пропускаю такие ролики, потому что, ну, для меня это как-то неинтересно. И даже так же в Инстаграм я ничего там такого себе на носу не зарубала, так скажем, да. И весь мой заказ, он такой, даже скажем, спонтанный. Я вот сейчас смотрю и понимаю, а все ли продукты я положила. Ну, будем надеяться, что все. Но не в этом суть. Я бы не сказала, что на сайте iHerb все очень и очень дешево, умопомрачительно. Нет, цены там кусаются. А еще какие подводные камни всплыли. Девочки, когда оформляем заказ на сайте iHerb, сайт просит при оформлении заказа вводить свои паспортные данные, то есть в том плане серию и номер паспорта, где выдан ваш паспорт, когда, в общем, что, зачем и почему, да? Все нужно вводить. Насчет СНИЛС я не помню. По-моему, я СНИЛС тоже вводила. И обратите внимание, при заказе система запрашивает ваш ИНН. То есть вот этот индивидуальный налоговый номер, длинное такое число. Я просто обалдела. Ну, такие, да, личные данные. Ну, в общем, еще раз повторяю, приспичило. Вот приспичило сделать заказ. У меня огромные надежды на вот эти вот БАДы для детей. Потому что вот реально скупили в аптеке уже все. И когда читаешь состав там каких-то иммуномодуляторов, иммуностимуляторов, и слушаешь своих коллег-врачей, да, которые говорят о том, что они онкогенны, то тогда уже хочется расставить все точки над «и». И когда покупаешь очередное средство от кашля своему старшему ребенку, ты в побочках читаешь, что препарат сажает сердце очень сильно. Я думаю, вы поняли, о чем речь, да? Тогда уже задумываешься о многом. И у нас очень часто наши вот эти вот болезненные эпизоды заканчивались антибиотикотерапией. Поэтому вот, ну вот факт остается фактом. Еще раз аргументирую свой вот этот вот заказ. Девочки, да, при оформлении заказа на сайте iHerb не забывайте про скидку. Вы можете на ровном месте получить скидку. Я оставлю вам свой промокод. Этот промокод вводите прямо в окошечко, где написано «промокод для скидки». И у вас автоматически вычтется из вашей суммы заказа там от 5 до 10%. У меня реально была такая скидка. И на вот эту разницу, на 350 рублей, я сделала себе курьерскую доставку. То есть
Получается, что доставка мне, ну, получилась, ну, а-ля, так скажем, бесплатной, да? Что касается времени доставки, да, заказ я сделала 26 февраля, и через 2,5 недели мне в глубинку, в район, в Республику Мордовия, курьерская служба Pony Express доставила этот замечательный заказ. Вот. Это, пожалуй, вся информация, о которой я вам хотела рассказать, так в общих чертах. Так, нет, что-то еще я вам хотела сказать такого важного. Ну ладно, давайте уже по порядку. Первое, что я заказала, девочки, это вот такие вот витаминки для детей. Если вы меня смотрите, то знаете, что у меня двое детей. Старшему 3,7, практически 3,8, а младшему год и 7. А вот такие витаминки, еще раз повторяю, что отзывы я не читала. Это у нас Lil Critters с эхиноцеей. Эхиноцея – это такой мощный природный иммуностимулятор. И я, честно говоря, когда вот работала врачом, да, гинекологом на приеме, я боялась этой эхиноцеи, потому что, ну, вот как-то на ней разрастались кисты у женщин. Как-то вот, ну, так же, как алоэ, в общем, то ли нужно, то ли не нужно. Это очень тонкий такой вопрос, и я избегала данного препарата, потому что эхиноцею в России тоже можно купить, но согласитесь, дело в форме выпуска, да, дело в усвояемости, дело в дозе, дело в концентрации. Ну, в общем, девочки, я с вами здесь взяла вот такое чудо-юдо. Что касается самого препарата, вот этой вот биологически активной добавки, то здесь указано все, указано и подчеркнут тот факт, что здесь нет синтетических каких-то красителей. То есть вот эти вот мишки-мимимишки, да, они вот такие красненькие, ну, как желейные такие мармеладки, их у меня дети очень любят. Они все разных цветов, то есть желтые есть, розовые, оранжевые, малиновые. Они очень-очень вкусные, в них чувствуется содержание витамина С и вот этой эхиноцеи. Я прям по запаху чувствую, что здесь какой-то лекарственный препарат есть, вот именно растительный. Ну, может быть, это вот в моей голове только. И что касается инструкции, все подробно расписано, конечно, на английском языке, но если у вас азы английского есть, да, которые преподавались вам в вашей школе, то вы все быстро переведете. Принимать нужно по 2 пастилки один раз в день. И что касается состава, колораж, конечно же, указан. Потом витамин С, витамин D, цинк и эхиноцея пурпурея. 25 миллиграмм в одной мимимишке. То есть, видите, здесь витамин D, он, кстати, не заявлен. И вот такие вот включения, как цинк и витамин С, ну и вспомогательные, да, включения. Это глюкоза, это желатин, вода, лимонка, натуральные красители, в общем-то, какое-то масло, кокосовое масло, да, лактит, ацид, получается, молочная кислота и может содержать следы орехов. Кокос написано. Ну, в общем, вот такое вот чудо-юдо. Мои дети сейчас это активно все дело принимают. Я им даю. Я даю им вместе с вот этой вот добавкой. И вот видите, только сейчас вместе с вами я обнаружила, что здесь есть витамин D. То есть нужно по очереди что-то давать. Но я думаю, что ничего страшного. В общем, обладают приятным вкусом. Пока Петенька у меня в садик ходит на протяжении 3 недель, я не буду строить планов, я все равно пока не работаю, я на декретном. Но как бы если с ребенком, там, если что-то с ним случится в плане здоровья, да, я как бы на чеку, для меня это не катастрофа. Но я надеюсь, что вот эти препараты помогут моим детям, что я их заказала не зря. Кстати, заказ у меня вышел на 3 100 рублей с учетом вот скидки, да, промокодной. Ну, в общем, да, вот такие вот мишки-мимимишки. Девочки, я все ссылки вам оставлю под этим роликом на вот эти вот препараты. Давайте я их буду называть препараты, мне так удобнее. То есть зайдете, почитаете там отзывы многочисленные и так далее и тому подобное, но дети едят их с удовольствием.
И вот такой вот препарат, это у нас уже кальций с витамином D. Я на этот раз не заказала омегу-3, хотя долго на нее смотрела. Я что-то прямо разговорилась, да, сегодня. Итак, это фирма какая-то NTX Kids, и это у нас Gummy Sutes. Вот так вот это все дело выглядит, очень мило, мимимишно. Опять указан колораж, указан состав, витамин D, сахар есть в составе, витамин D в виде эрго кальциферола, все правильно. Кальций в виде трикальциум фосфата. И здесь еще есть фосфор, то есть он не указан, но фосфор есть. Вспомогательные ингредиенты – это глюкоза, пектин, лимонка, еще какая-то кислота, натуральные красители, натуральные ароматизаторы. В общем, это вот такие вот мишки полосатые. Меня Петенька называет их кисленькими мишками. В общем, вот такие вот они. Они уже тоже желейные, но они потверже и они покислее. Но они все равно вкусные. Они тоже тут идут разноцветные. Судя по инструкции, их нужно давать по две штуки один раз в день. Я даю и старшему, и младшему. Попробую, младшему не дай. Он такую истерику закатывает. И он причем знает, что ему положено две штуки. Я пыталась его обхитрить, так скажем, давать ему только одну. Но он понимает все. Итак, это в основном все витамины. Не в основном, а да, все витамины, которые я заказала на этот раз. Итак, следующее, что я заказала, это вот такой сироп от кашля, девочки. Я на него долго смотрела. Натуральная гомеопатическая медицина. Кашель, бронхиальный кашель, боль в горле. Но это то, что я вижу, да, что могу перевести. Написано, что объем 120 мл. Ну, здесь я не говорила, сколько мишек. Ну, посмотрите по ссылочке. Их много на самом деле. Содержит 0,5% алкоголь. Как это вот все дело интерпретировать? В общем-то, что касается состава, девочки. Это травы. Тимус серфилиум, ментол, потом, ну, я даже не могу прочитать, но это все травы. В конце белладонна, я покажу вам поближе. Инструкция тоже указана, как это все дело дается. От 2 до 6 лет одну чайную ложку каждые 4 часа. Интересно. В общем-то, вот так вот это все дело выглядит. В затемненном таком пластике идет. Ну, вот такой вот сиропчик. Я его еще не открывала, я его сейчас достала из холодильника. Мне будет очень интересно попробовать его в действии, потому что кашель для нашего Петеньки – это просто наваждение. Я боюсь этого кашля, как огня. Он у нас всегда с обструкцией, он откуда-то из бронхов, из глубины. Я уже не знаю, чем лечить этот кашель, серьезно, реально. И следующее средство, которое я заказала своим детям, это эхиноцея. Вот так вот она была запакована. Кстати, все препараты, все добавки и все продукты питания приходят, конечно же, зафольгированными. А никаких замечаний к этому нет вообще. Что касается эхиноцеи, да, это чистая эхиноцея, по-моему, с апельсиновым вкусом. Сейчас я попробую ее достать. У меня приятельница тоже заказывала такую эхиноцею, я ей уже отдала приспокойненько ее. Итак, практически 30 мл в упаковке. Как давать? До года 5 капель 4 раза в день, с года до 12 лет по 10 капель 4 раза в день. Ну и состав эхиноцея и ангустифолия какая-то. В общем, две травы в составе. Такая эхиноцея, она запечатана. Я, конечно, все буду давать своим детям, когда придет такой момент. Сроки годности идеальны, они указаны. И советую все-таки такие штуки хранить в холодильнике. Но это не помешает, да, согласитесь. Вот такая эхиноцея. Девочки, следующее, что я заказала своим детям, это вот такую вот зубную пасту. Называется она Tom's. И она с клубничкой, и она без фтора. Я в последнее время заметила, что на передних зубках у Петеньки остается такой
трудно счищаемый желтый налет. Да, я его счищаю и утром, и вечером, но все равно зубки потеряли свою такую младенческую белизну. У Мишеньки у нас вообще зубки еще хуже почему-то. Я решила заказать хорошую зубную пасту, потому что ни Сплат, ни Рокс нас не устраивали. Рокс вообще там какая-то мучнистая текстура, субстанция, и ребенка просто рвет от нее. Паста пришла запечатанной, у нее огромный объем. Здесь у нас 120 граммов, девочки. И она идет без фтора. Я долго думала, какая паста нам нужна с фтором, без фтора. Это зависит от качества питьевой водопроводной воды, да, с учетом того, что у нас свой частный дом, у нас своя артезианская впадина, скважина там, как правильно, и у нас питьевая вода проходит фильтр обратного осмоса, то есть она дистиллированная получается в процессе, да, фильтрации, и у нас стоят минерализаторы на нее, то есть она минерализуется кальцием, какими-то еще микроэлементами, ну, такими стандартными. И у нас вода лишена фтора абсолютно, если только ребенок где-то в садике фторированную воду, вот районную, пьет, либо у бабушек, да. И я не знаю, какую лучше пасту покупать ребенку. Может быть, с фтором ему нужна паста. Может быть, от того, что в пастах нет фтора, у него зубки желтеют. Девочки, подскажите, пожалуйста. Я, конечно, поинтересуюсь у стоматологов, но пока вот я этого не знаю. Вот такая зубная паста. Я тут пока вам рассказываю, девочки, вот нюанс, о котором я забыла вам рассказать. Когда делаете заказ на сайте iHerb, там выходит такая пометочка, что возможны пошлинные сборы. То есть вот это меня тоже смутило. Думаю, ну как я вот 3000 отдала, а потом еще придет какой-то чек, да? Но никаких дополнительных сумм не было. И когда вы оформляете заказ на сайте iHerb, нужно предварительно это все дело оплатить с карточки. Это банальное правило, постоплаты там нет. И там нужно было вводить CVC, то есть последние три циферки, которые указаны на обратной стороне вашей карты. Я, конечно, просто обалдела, потому что никому никогда не сообщайте ваш CVC. Если кто-то узнает ваш CVC, то ваши деньги могут списать просто на раз-два. Но был такой запрос. Я что-то была то ли спросонья, то ли что, как-то психанула и взяла и ввела CVC. Простите. Слава богу, ничего не списалось. Тем более я знаю, что сайт iHerb — это проверенный сайт. Ну вот факт остается фактом, да, информация для размышлений. И вот такая вот зубная паста. И последнее, что было в моем заказе, это вот такая вот вкусняшка. Это арахисовая паста с белым шоколадом. Я давно смотрю на это чудо-юдо, и я давно себе обещала, что если я буду делать заказ с сайта iHerb, я обязательно попробую такую банальную, натуральную, настоящую американскую арахисовую пасту, потому что и в фильмах все это дело фигурирует. И отзывы замечательные в том плане, что все ее как-то любят. Ну, понятно, если у вас аллергия на арахис, то делать вам нечего, да, при появлении у вас этой пасты. Что касается данного продукта, объем здесь 454 грамма. Состав просто шикарный, девочки. Это у нас арахис, сахар, какао-баттер, понятно, да? Ваниль, пальмовое масло, и лецитин, соль. Я покупала арахисовые пасты у нас в Магните. Я заказывала арахисовые пасты на эко-маркетах, по-моему. На эко-маркете «Твой путь» пробовала делать заказ. Ну вот как-то, ну вкусно, но уже не помню, честно. Что касается этой арахисовой пасты, посмотрите, у нее такая текучая консистенция. То есть у нас в комнате сегодня тепло, и она немножечко так расплавилась. Во-первых, это запах. Это неповторимый запах Сникерса. Вот когда Сникерс покупаете, открываете, стоит такой же в точности запах. Что касается вкуса. Да, это вкусно, это именно акцент на обжаренном таком арахисе, ну, естественно, перемолотом. Небольшой отголосок белого шоколада есть, и субстанция, конечно, подсоленная, это тоже чувствуется. Я бы не сказала, что это какой-то умопомрачительный вкус, из-за которого прям
здесь сейчас надо сделать заказ с сайта Йорк, но это вкусно. Я люблю эту пасту, знаете, как кушать? Я беру галетное печенье, мое любимое, любятово, прям туда лазю рукой с этим печеньем и с чаем все это дело употребляю. Получается очень интересный вкус, в меру такой гармоничный, в меру сладкий, в меру соленый. Вкусненько получается. Поэтому, девочки, если у вас есть такая возможность, то попробуйте вот настоящую американскую арахисовую пасту. С блинчиками вкусно, со сладкими блинчиками, потом с сушками тоже вкусно. Интересно, я смотрю, муж тоже ныряет в эту баночку. Ну, половину мы уже съели. В общем, да, детям я тоже давала. Ну, потому что когда ешь сама, дети тоже рядом, попробуй не дай. Никакой ни аллергии, никаких реакций не было. Все очень хорошо. Паста всем понравилась. Но еще раз повторяю, что это не сногсшибательный какой-то вкус, да, там, который манит к себе. Этой пастой легко наесться. Ну вот такое мое мнение. И просто неподражаемый аромат арахиса, сникерса. Итак, это был весь мой заказ с сайта Йорп. Еще раз повторяю, девочки, что... Ну, во-первых, огромное спасибо вам за просмотр, за доверие моему каналу, моему мнению. И не забывайте про скидочку, которую вы найдете в описании этого ролика, либо там где-то в комментариях. Вы вводите вот этот промокод и получаете скидку от 5 до 10%. В общем-то, если остались какие-то моменты, о которых я вам не рассказала, я обязательно упомяну их где-то в комментариях, да, потому что и так уже практически на полчаса с вами поговорила. В общем-то, наверное, все. На этом я буду заканчивать. Вот такое мое мнение. Я надеюсь, что этот заказ принесет на пользу нам и нашим детям. Вот, желаю вам отличного настроения, желаю вам, чтобы к вам в регионы, в города, в районы, в поселки, в села наконец-то пришла весна. Будьте красивыми, будьте сногсшибательными и слушайте всех. Поступайте так, как хотите сами. В общем-то, всем любви и всем пока-пока.